Для нас, всех, кто любит такие игры. Давайте отвлечемся от будней и проведем уикенд вместе с этой прекрасной сонной игрушкой Наград Ревьюв. Поехали, новая игрулечка. Ну что ж, а музыка уже просто начинает цеплять, и мы кайфуем. Ну что, что-то типа Stardew Valley. Так. Выберите персонажа. Ну, конечно же, это будет парень. Паренек. Ох, ему можно еще выбирать. Так. Шаблон, цвет кожи. Ну, нормально же. Глаза. Цвет волос. Вот цвет волос мне не очень нравится. Ребят. Серьезно. Давайте выберем. Ну, пускай будет такой гаврик. Тип лица. Пускай будет с конопухами. Волосы на лице. Бородатый, нормально. Прическа, давайте бричу сделаем. Так. Так. А вот это нормальная тема. Так, одежда. По одежде давайте определимся. Рабоче-крестьянская. Ой-ой-ой, какой ужас. Нам нужны моднявый, какой-нибудь классный. Ну, даже не знаю. Это такой ловелас. Прям такой ловелас, как и мы, но... А давайте вот так, пацаны. Ну, серьезно. Так, прочие детали. Так. Очки. Ты что, моднявый? Да, по-моему, неплохо. Давайте подтвердить. А как зовут нашего... пацаненка, пройти обучение. Да давайте, почему бы и нет, все-таки первый раз играем. Stardew Valley. Может быть, это что-то интересное, похожее на Stardew Valley. Так. Ну, естественно, у нас будет тут гринд. То, что я обожаю в играх. Отправляясь в новое место, не забудьте улучшить инструменты. Это уже интригует, правда же? И немножечко кофе. Кофе с молочком. Сладость. Ждем загрузки. Итак, день первый. Получено задание. Добро пожаловать. Я не успел прочитать. Наш паренек проснулся и... Посмотрите, какая графика. Так, а как управлять? Ага. Ну это я сейчас на клавомише, ребят. Угу. О, топор! Примечание собирательства. Откуда стартовый инструмент? Ага, вот так вот. Так, вращайте камеру. Угу. Так. У нас здесь появилась какая-то записка. М. Пожалуйста, остров Лума. Ага, я понял. Это карта. Открывать карту. М. Срезать траву. Топором. Сено. О, это круто. Мы собираем, значит, сосенцо. Хорош. А чё я бревно не могу? Нельзя. Казалось бы, да? Топор. Почему не срубает? Прикольно. Срубайся на перс.
Так. Ше. Ше. Значит, это инвентарь. Это все собранное. Это у нас монеты, валюта. Я понял. Так. Окей. Угу. Мы выполнили первое задание. Вращать камерой. Срубите фермерское дерево. Да легко. Раз, два, три. Музыка цепляет, правда же? А, музыка великолепная. Мы это сделали. Мы срубили. Ты еще хочешь что бить? Да сколько нужно рубить? Нужно было именно это срубить. Ладно, так, возьмите чертеж лесопилки. Давайте. На-на-на-на-на-на-на. Так и хочется пить. Пить, веселиться. И кайфовать. Так, смастерите лесопилку. И. Нажмите И. Смастерить. Так, надо нам ее куда-то забацать, да, поставить. Че? Так, поместить. И что мы теперь... Что нам теперь нужно делать? Смастерить лесопилку? А я же смастерил, нет? Так, а применяется встреча для изготовления... А сколько нам нужно? Нам нужно... А, нам нужно 5 для изготовления. Ну-ка. Так, еще одну срубим. А у нас топор бесконечный. Ну, я надеюсь. Фу-фу-фу. Главное, чтобы не... Все. Так. А, я понял, надо было добавить. Выбрать рецепт. Создать. Угу. Ага, так, ингредиенты. Это фермерская доска. Все, отлично. Выход. Возьмите медную кирку. Опа! Ля какая теперь у нас штука есть. Выберите медную кирку и ящики быстрого доступа. Есть. И теперь начинайте разбивать. Так, что-то это не... Давайте камень попробуем. Разбейте булыжник. Дальше выберите еще промышленные печи. Отлично. Смастерите это дело. Далеко. Так, нужно 3 доски. Фермерской доски, не просто. И нужно камень с фермы. Ага, давайте добудем. Каменек. Блин, обожаю такие игры. Медитативные, легкие. Гринд. Ну, чтобы без фанатизма, гринд, знаете, вот чтобы не такой бешеный. Так, а сколько нам нужно... Мышка, мышка. Она боится нас. Так, это есть. Теперь нам нужно фермерскую доску.
Но чтобы нам взять фермерскую доску, нам нужно что? Нам нужны ингредиенты. Нам нужно деревцо. Так, а ну, стоп, на топор поменяем. Бревно с фермы, сейчас мы его срубим. Вот, вот сейчас у нас все будет здесь за овцо. А, стоп, куда я погнал? Нам нужно. Вот это дело. Да. Тут, по-моему, не одна даже. Нам нужно три. Нам нужно еще две. Лады. Лады, сейчас все будет хорошо. Так, ну а теперь, дорогие мои, мы сделаем вот так. Мы будем играть на геймпаде. Ой, тихо. Это не надо мне отменить. Ой, как неудобно. Ну, наверное, нет. Это к геймпаду надо привыкать. Правда. Давайте пока, наверное, на голова Миши будем играть. Так, 16 часов. День быстро летит. Смотри, как. Руби эту дрянь. Так. Ой, тут всякие животинки лазят. Так, создаем. Видишь, по одному можно так только делать. И еще. Да, конечно, игра, я думаю, для детей она тоже вполне будет хороша. Все, запускаем. Печь. Все есть. Теперь мы можем делать столько классных вещей. Ты посмотри. Ну, разве это не круто? Красавцы. Так, мы получили новый чертеж. Плавильни. Ну разве не круто? Так, выбираем. Что мы выбираем? Плавильну? Так, смотрите плавильну. Легко. Вот она, красотка. Так, ну куда ее мы можем? Ну давай сюда, в принципе. Все рядышком. Чтобы нам это сделать, нам нужно... Что? Уголь. Фирменный камень-блок. Так, нам нужно, ребята, искать уголь. А уголь, скорее всего, может быть где? В шахте. Ну, я так думаю. То есть в пещере. Страшно? А то как? Грибочки. Хорош. Вау, ты смотри. Ну-ка. Главное, хрусталь. Ой, это кто? Ты видел? А долго мы будем, интересно, ломать? О, медная руда. Твою мать. Вот же все. Что-то он долго рубит. Ой, что это? Ёптель, что это было? Вы видели? Я ничего не понял. Ладно, прорвемся. Дух камня. Прикольно. Давай, пацан, жги ты можешь. Так, тек. Мути.
Вот так вот. Мы уголь получили. А сколько нам нужно угля, чтобы создать? Нам нужно 3 угля. It's okay. Мути. Так. Давай еще. Просто секси, секси. 3 есть. Теперь нам нужно фирменный каменный блок. Да. И подсказка вверху. Ну вот, вот все же есть. Все четко. Создание лесопилка. Вот. Все четко. Давай мутим. Один. А нужно? 5. Нужно 6. Ага, хрена лысый го. Выходим. Надо добывать и еще раз добывать. Ребят, это классное новое приключение. Практически сердевали. С вас лайки, подписки на канал, играйте в Вью, в Яндекс.Инн, помощь автору будем очень признательны. Играйте в такие добрые, хорошие игры. И пускай у вас будет такое же классное настроение, как у меня, и как у этой игры. Все будет прекрасно. Вы посмотрите, ну разве не ляпота? А впереди сколько интересного. Ой-ой-ой, каких классных приключений впереди. Просто песок взяли. А тут свой мир, свои животные. Оп, а вот и камень сперма. Все, ребятки. Также у нас есть помощь автора, будем очень признательны. Любой денежки на нашу карту. Оно в конце этого ролика и на нашей веб-кошельке. Это Grand Review. До новых прекрасных встреч в этом удивительном мире видеоигр. Welcome, welcome back.